Отмечать День молодежи в Одинцово стало хорошей и доброй традицией. Для жителей подготовили мастер-класс по воркауту, а также различные спортивные конкурсы. Ребята демонстрировали свою физическую подготовку и получали призы. Ежегодно мы проводим турнир на приз главы. Он проходит на день города, на день поселения. Вот. Но этот формат очень нравится прохожим, да, и жителям города. И они активно, как вы видите, участвуют, очень много желающих, поэтому мы решили на всех праздниках популяризировать это. Вольная дружина «Яровит» приглашала юных одинцовцев поучаствовать в настоящих рыцарских боях, а также сделать собственными руками кольчугу. Ребята узнали об основных средневековых доспехах. Если мы говорим о кольчужном полотне, почему она называлась кольчужной рубахой? Потому что действительно подобная одежда сшита из ткани, она была подвижна, не сковывала движение человека совершенно. Военно-исторический клуб приобщает детей и подростков к изучению истории Древней Руси. Проводит тематические игры и соревнования. Вы находитесь на площадке, где у нас организованы подвижные игры, народные игры, а также сражения на мягком оружии. Это имитаторы мечей, так называемые тимбары. Кроме того, у нас здесь представлена фототочка с доспехами средневековых дружинников древнерусских. И мастерская бронника, где человек в прямом эфире собирает доспехи, показывает, рассказывает о том, какие типы доспехов существовали, какие у них были преимущества, недостатки, как это делалось. Все технические нюансы вы можете узнать вот у нас на мастер-классе. На второй интерактивной площадке работала выставка поискового отряда «Китиш». На ней были представлены музейные экспонаты, в том числе и легендарная винтовка Мосина и пистолет-пулемет Шпагина. Ребята могли не только увидеть оружие времен войны, но и прикоснуться к нему. Военные игры достаточно динамичные. Очень интересный детям. Это от патриотического клуба «Генерал». Можете обратить внимание, что как дети занимаются. Они отдают команды, они чувствуют себя уже генералами. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классе по хип-хопу. Лучшие танцоры получили сертификаты на бесплатные занятия в школе танцев. Но оценители музыки насладились выступлением кавер-группы «Путеводная звезда» и рок-коллектив «Нолан». Дарья Сутягина, Юлия Евдокимова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».